Герой среди нас – Арсений, 10-летний мальчишка с ограниченными возможностями, для которого нет границ. У Арсения детский церебральный паралич, но для него это не преграда для участия во всевозможных мероприятиях. Мало того, он занимает призовые места. Созвездие талантов, они очень хорошие, это значит, что вот эти вот самые дети с ограниченными возможностями могут показать свой талант всему миру. То есть они тоже чего-то достойны. А летом этого года Арсений сам организовал флешмоб, посвященный Майклу Джексону. Акция называлась «Дети без границ», чтобы дети здоровые и дети с ограниченными возможностями здоровья воссоединились и станцевали один определенный танец и подружились. А ты веришь в героев? В героев, конечно, да, потому что они вот наши сны, они тоже поддерживают. Но они поддерживают наши сны. Мы их называем хранители снов. А ты чувствуешь себя героем? Да, я чувствую, но я как бы не чувствую, но все мне говорят, что я герой. Но я сам этого не чувствую. Считаете вы своего сына героем? В какой-то мере, да, наверное, считаю героем. Сильным духом, который меня даже саму заставляет что-то делать. Постоянно говорит: мам, давай вот так. Герои же не только спайдермены, бэтмены, которые спасают людей. А герои – это те люди, которые что-то внутри себя имеют, какую-то силу духа, которая двигает их вперед, делает какие-то замечательные, добрые дела, и идеи в них какие-то воплощаются, как у Арсеньки. А часто в жизни ты проявляешь свою смелость? Как бы да, я говорю: мам, давай будем организовывать концерты, давай я выступлю. Мама говорит: нет, тебя в списке нету. Вот я не часто свою смелость вот так вот проявляю, но хочу проявить в дальнейшем и двинуться дальше, и преграды все одолеть. К своей мечте надо прийти.